Сбили с ног, сражайся на коленях. Идти не можешь, лежа наступай. Но тот, кто выдал этот афоризм про десантников, отнюдь не на коленях и не лежа. Наоборот, он возвышается на постаменте. В Орле торжественно открыт бюст Василия Маргелова, героя Советского Союза, генерала, командующего войсками ВДВ. Памятник встал в сквере героев-десантников, который в 909-м квартале. Здесь, в 1941 году, срочно переброшенный под Орел, бойцы 201-й воздушно-десантной бригады пытались остановить продвижение немцев. В память о них, в честь 75-летия Победы и в связи с 90-летием ВДВ этот памятник и появился. Инициатива принадлежит ветеранам-общественникам из организации «Союз десанта» и специальных подразделений. А помогли им спонсоры. Например, компания «Орелстрой» выделила и деньги, и возвела фундамент. В торжественном открытии бюста приняли участие представители областной, городской, федеральной власти, десантники, жители города. И да, мероприятие было приурочено ко дню рождения Маргелова. Тот родился 27 декабря, чтобы превратить ВДВ ни много ни мало в самое боеготовое воинское формирование в мире. Мы ставим памятник Маргелову. Мы ставим памятник России. Мы ставим памятник сегодня тем, кто в 41 году здесь десантники полегли, но не отступили. Мы ставим памятником ветеранам бойцов 6-й роты. Мы ставим памятник десанту.